Мы сейчас с вами находимся на нашем объекте, где проводится капитальный ремонт переулка Воронцовский. Начали мы его в июле. В планах было завершение к ноябрю. На сегодняшний день достаточно большой удельный вес работ выполнен. В частности, полностью переустроен водопровод, хозфекальная ливневая канализация, а также вновь заложена здесь кабельная канализация. На завершающей стадии здесь проводятся работы уже по газоводу, по тепловым сетям и по телекоммуникационным сетям, а также электроснабжение и уличного освещения. По тротуарам укладывается тротуарная гранитная плитка, выставлен бортовой камень, практически полностью осуществлена подготовка под дорожное покрытие, и уже вы можете наблюдать, как будет выглядеть дорожное покрытие. Часть его уже сделана. По нашим оценкам, оптимистичный прогноз завершения работ полностью на данном объекте – это где-то порядка 4 недель необходимо. Ну а пессимистичный прогноз – на все будет влиять погодные условия.